Тот, кто не помнит прошлого, у того не будет будущего. Наверное, этот девиз лучше всего подходит к празднику, прошедшему мемцентру. 98 лет исполнилось ленинскому комсомолу. В далеком 18 году в огне гражданской войны был создан РКСМ, подначальник будущей всесоюзной организации. Комсомол действительно давал людям, как принято было тогда говорить, путевку в жизнь. За каждым достижением старшего поколения стояла всесоюзная ленинская организация. Великая Отечественная война и послевоенное восстановление страны. Освоение целины и рывок в космос. Великие стройки промышленности и жилых массивов. Многие сегодня ветераны комсомола стали большими людьми, учеными, академиками, профессорами, директорами заводов, руководителями отраслей, министров. Наша областная организация комсомольская была одна из лучших в Советском Союзе. Но комсомол – это уже история. В торжественных мероприятиях приняли участие продолжатели дела всесоюзной организации. О своих достижениях и работе рассказали представители Российского движения школьников и Российского союза молодежи, строители студенческих отрядов. К слову, выходцами из комсомола многие из них могут себя назвать не только в духовном плане. Руководитель областного РСМ Александр Луконин относится к комсомольцам последнего призыва. Вступил в союзную ленинскую организацию в 1988 году. Годы безвремени, скажем так, мы заполняли сами, и благодаря этому, собственно, и создали в итоге в Ульяновске Российский союз молодежи, возобновили его деятельность. И сегодня самая массовая организация в городе Ульяновске и Ульяновской области, и мы постоянно развиваемся, и море событий, которые проходят, конечно же, вызывает и у нас сами гордость за то, что мы можем повторять то, что когда-то делал комсомол Ульяновска. Это была очень мощная организация, и поэтому все ребята, активисты, сегодня здесь, на этом празднике. Активистов комсомола в Ленинском зале наградил его первого заместителя, председателя правительства Александр Смекаль. Почетный знак в память о праздничном параде в Ульяновской области в день 70-летия победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов получили бывшие первые секретари районных организаций в ЛКСМ. Очередная годовщина – это вех на большом историческом пути. Впереди столетний юбилей Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, подготовка к которому в Ульяновской области уже началась. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.